Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ксанас Идиот. Сказочный долб. Сегодня максимально просто. Все, Феникс плюс Сикер. Погнали, попили мне. Айкап, значит, да, жесть. Посмотри, просто посмотри на это. А ты его за луч убил. Че, закидываешь? Один есть, да? Я покупаю. Не, это два, это два. Нет. Все, атост кидаю, ногами играю, дядь. Смотри. Ебой. Так, он застанился и умер. Сейчас. Вот этого сейчас сделаем. Все, это наш. Просто. Наш просто фул хп я ему спилил. Ой, как пилим, просто что это? Ой-ой! Я не думал, что их просто двоих сожжет так. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ксанас Идиот. Это непонятный язык, но, как говорится, ровплы. Всем привет, друзья! Сегодня у нас снова видос рубрики «А что если?». Конечно же, сегодня для вас супер интересное видео, которое называется «А что если супер выжигание?». Нет, сделаем выжигание просто или супер выжигание. Наверное, сделаем просто. А что, если выжигание? Потому что испепеление было, выжигание будет, а супер выжигание будет чуть-чуть позже. Там тоже будет очень интересная идея. И, конечно же, у нас в этой идее будет реализация максимально интересная, простенькая. Но сегодня мне, конечно же, поможет не Антонио. Да, Антонио, все, Антонио, к сожалению, помогать не будет. У нас сегодня... Кто там на втором слоте? Ну-ка. Это Абу-Даби. Алло, это Хейн? Алло, это Хейн? Короче, сегодня Абдушка с нами в студии. И сегодня постараемся по рофлу замутить этот видос. Сегодня максимально просто. Все, Феникс плюс Сикер. Сикер кидает единицу Фениксу. Феникс максит тройку. Сикер максит единицу. Нажимается лазер. И просто нереально крутое испепеление. Начинается не испепеление, а выжигание, извините. Испепеление вы можете посмотреть. Если не забуду, по ссылочке в описании. Надеюсь, не забуду. Если что, пните мне подзатыльника. Если я вроде забыл, как бы, да? Испепеление офигенный видос тоже, я просто кайфую с этих видосов. И надеюсь, видео получится интересно, ребятки. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайк. И не пропускайте другие видосы. Всем приятного просмотра и поехали. Ну что там, ты готов уже, да? Я готов, ручки чешутся. Ручки чешутся. Короче, смотри, от тебя задача единицу максишь. Я на 7-м левеле, лазер в макс. И ты единицу в макс. И нам все равно, у кого сколько хп. Хорошо, две лапы и просто погнали пилить. А ультимейт обязательно давать мне, чтобы они не убегали? Слушай, можно вообще атос сделать? Ага. Я так думаю, вообще кайфово будет. Я думал дискорд почему-то замутить. Дискорд, но тут понимаешь, тут чистый дэмэдж на тройке. Так. Чистый урон у Феникса. И он улучшается только амплификациями. Либо это Soul Catcher, либо это Blood Rage Seeker. Нет, так там же. Там же обычный дэмэдж тоже есть. Чистый. Ну, 30 плюс 1.25. Если честно, написано вообще, что полностью весь урон у Феникса здесь идет чистый. Вот этот 30 плюс 5% от максимального запаса, да? Ну, как бы. Как он учитывается, я не знаю. Должен быть весь чистый урон. Это. Поэтому тут цифры небольшие. 15, 20. 30, да, это небольшие цифры, соответственно, которые дают понимание, что, скорее всего, они чистым уроном накидываются. Поэтому, как бы, ну, нет смысла что-то дискордить, мне кажется. Ну, да-да-да. Если это реально так. Атосни! Атос, ой-ой-ой, сейчас мне, кажется, тут сделают атос. Ух, блин, чуть мне атос-портос арамис не сделали. А Рики как стоял, так и стоит. Чисто, у нас Рикимару будет ходячий вард всю игру. Блин, ну я еле ушел. Хорошо, что там... Леорик не стал стана давать. Хорошо. Так, Бонни рунку собрал, напидел. Ой-ой-ой. Печально. Страшно, вырубай. Вырубай, дядь, все. В общем, ребят, надеюсь, видос получится фановым. Как и обычно. Не забывайте смотреть другие видосы на канале. Очень много контента пишем. Поэтому, парни, чисто для вас. Чтобы вам было интересно, чтобы вам было приятно окунуться в ностальгию.
Dota 1 Warcraft, как говорится. Welcome. Присаживайтесь поудобнее и поехали. Крипа не добил рак. А ты чё там динаешь? Ах ты, Крис. Лазер максить буду. Так, смотри, что я сделаю. Эй, у нас кура есть, да? А, это твоя кура, да? Я себе соло возьму, закроешься? Да, хорошо. Хорошо. Соло курица. Филочки там. Давно через лазер не играл, кстати. Обычно фениксом гибридно раскачиваюсь. 1-4-4-1, да? То есть такой билд делать, ну, стараешься. А сейчас именно нужно будет замаксить лазер. То есть спириты в тройку у меня не будут. На пятом левеле обычно спиритов в тройку берешь. Это очень круто. И очень, кстати, рабочая стратегия. Спокойно яйца можете ставить куда хотите. Не бояться, что их собьют. Так что дело такое. Так, ну что, брат, тебя подушить немножко на гиролете? Давай немножко подушу, дядь. Как думаешь, гиролета будем сжигать на фул? Да, просто хп почти не осталось уже, один лазер. А прикиньте, это все под амплификацией. Ой, бро. Это просто жестко. Это жестко. Раньше у Феникса лазер был тоже неплохой. Он, короче, его включаешь, у тебя мана и хп уходят. И, короче, можно было его тупо не выключать. Их шли на руну делать ФБ. Просто в тупую и шли и делали, да? ФБ. Да, упирался луч в кого-то, в одного. И просто запиливал ты. Ну, это было забавно. Но те времена уже далеко позади. Сейчас... А хилки можно было юзать? Хилки? Нет, нельзя было. Там просто наносился урон сразу. Причем такой, который, в принципе, не доджился. То есть тут, если лазер там первого или второго уровня, можно хилку накинуть, и то есть как бы живешь. Вот, а сейчас, к сожалению, так не работает. Че, ты убить меня хочешь, дядь? Давай подеремся. Я немножко пассивно буду ставить, потому что не хочу дать ему понимание, что будет тут разнос. Аккуратненько подфармим, с пятого левела начнем душить. Можно и сейчас убивать. Спору нет. Хочется именно с третьим левелом лазера. Тогда начать. Пока фармим спокойно. Пусть кайфует пацанчик. Потом чуть-чуть позже начнем. Хорошо. Сейчас хил принесем себе. Ботл. Ботл взял, ботл. Ну ладно, тогда я с Атосика начну, потом Октарину. Да, Атос, Октарин, чисто и поехала суета. И суета поехала. Ну, найс. Подзапилили, подали. Все нормально. Все пушечно. Стоим, кайфуем с Вертом. Он кидает в меня ракеты, я его поливаю лучом. Оп, еще ракетку поставил. И все, как бы у нас с ним договорено. За имо понимание. Да, Джага с Транквилой бежит, что делать? Я ТП нажал. Он боится. А, он, я его запилю. Оп. Сейчас. Можешь лапу кинуть. Я тебя бах. Да. Конечно, давно. Ну, nice. Давно кинул. Просто эффекта, обрати внимание, как будто нету. Когда летаю, только тогда видно, что эффект есть. Там очень много дэмэджа, просто нереально. Так, ну уже начинаем, да? Да что этот вертолет хочет от меня? Ой, дуде у него там, прикинь, дуде. Вот, дубль. Ты, по-моему, это... А. А, нет. Я думал, ты умер. Нет. Если там... бы он пошел, кстати, ты умер. Закинь мне лапу. Ну, под хилом, конечно. Ну, смотри, как душит все равно. Ё. Еще попадать бы. Нет, заберем, заберем его. Блин, там джага в спине. Ну, души его. У меня нечем. Дай. Просто нечем. Маны нет, дайва нет. А-а-а. Ну тычками заберешь. Я так. Хорошо.
Так, мне кажется, или тебе ГГ? Не-не-не, я живу по-любому. А, ты же с яйцом точно. А, у тебя нет яйца. Нету, нету. Кентавры. Мне сейчас кажется, кентавры по яйцам надают. Не надо, дядя. Хорошо. Кентавры с омлей. Пойдет. Жестко мутим, дядь. Уже мутим. Казалось бы, комбинация такая себе. Хинозец рак. Опять что-то хреновое придумал. Но поверьте мне, это очень намного круто. Какого левела ракета? Двойка. Блин, ну надо бежать, надо регениться. Давайте так сделаем, чтоб уже не прогадать. Хорошо. В любом случае не прогадаем. О, здорово. Это мой интернет днем. Чё ты это, там, это да? Не твой интернет, это у меня тоже лаги. Это не да? Погнали, попили это не немножко. Айкап, значит, да жесть, посмотри, просто посмотри как на же? Это. А ты его за луч убил. Просто за луч. Ну это на вставочку. При том, что это луч в единицу. Ну, в смысле, в один, в одну лапу. Понял, да? Ну, я понял. Тебе сейчас ты 7-й левел апнешь, там вообще жесть. А я ж на ганге чё. Активно. Давай, да по чуть там поэкспишься. Да-да-да, вот сейчас понизу. Это жестко. Просто за луч из пепеления. Не, не спиление, а из сжигания. Сжигание. Да что этот джага от меня хочет? Да посмотри на него. Мистер Крутилкин. Успокойтесь, товарищ. Хорошо. Сжигание. Чисто сжигание происходит. Плату, наверное, возьму. Это очень круто. Верт, бедолага. Мне кажется, он уже заподозрил. Что-то не то. Не, он напишет. Мусюр, это картуй, 83, лючи. Вот так он напишет. И все. Го 83, рей. Рей 83, давай. А, жесть. Люди играют 20 лет уже в 83-ю карту. Блин, ну неужели им не хочется что-то повеселее поиграть? С определенными веселыми механиками. Что там внизу, суета какая-то? Оп. Что там, 6-й левел, 7-й почти? Да? Давай 7-й апаешь и вместе ходим, и все там можно душить. Я ща Боника убью. А, он захилился. На топ перетянусь пока. 7-й апнешь, тпшнешься. Да, вот я как раз под 7-й хотел. Давай, давай, давай. Я на топе буду. Хорошо. Тут два героя как раз запилим спокойно. Тут Боник разделяет со мной. Ладно, чуть-чуть останется, я думаю. Да, тп, давай тут наберешь. Тут крипы пачка подошла. Как раз апнешь. Ладно. Апнешь, челы подойдут. Хорошо. Заряд пошел, да, заряжаешь уже Феникса. Пока дай просто... А как это работает? Слушай, вот если я тебе дал лапку 3-го левела, а потом апнул и дал 4-го. Ну они ж... 4, кинул будет? Еще лапу. Поехал. Да-да-да, на тебе, на тебе. Ты посмотри, как ему больно. Просто что это? Пойдем по лесу пройдемся. Там еще кто-то в лесу был. А КД можешь накидывать? Тотальный пик. Леорик еще там. О, курица, курица. Почему курица под тавером была? А там кто-то стоит, наверное. Тут еще Леорик должен быть где-то. О, Леорик. Опа. Он вот так смотри. Вот там. Кинул, да? Че, он стан? Меня, давай в меня, брать меня. У-ху-ху. Жесть, просто... Блин, как же его жгет! Жесть, еще с запасом. Я ему спирита кину. Так, я ультанул. Накидывай, да, накидывай, так задушим его. Так, на. Опа, а там это. Джага, ну, у него 5-й левел. Оп. Эх, не могу. О-о-о. Но а тут вот нет вот, смысла кстати. Тут. Нормально, нормально, живу. Живу. Там в спине верт. У меня пока КД. Сбрило, пацаны. Отойдем, да, отойдем. Я думаю, может еще... Санрей сейчас будет уже. Уже есть. Стой, давай, я тебе дам и вперед отойду. А. Ускоряй. Ой-ой.
Я тут уже. Блин, не достаешь. Я через карту кликнул. Нормально. Ладно, пойдем. Я там знаю. Опять кто-то там вверх летает на хосте. А на хосте это. Так, ну я ему спиритом попал. Ай-яй. Если что, можешь кинуть мне кнопку. Подожди, тут надо грамотно сейчас. А, не, я смерть. Я подблочу. Я закинул кнопку? Я дал кнопку. Хорошо. Да. Смерть. Так, вот это мне не нравится. Вот так сделаем. Не собьют уже. Он еще крутилку нажался. Так, ну тут ситуация страшная. Креса нету. Возможно, даже вы тут... Да не, подеремся, думаю. Чисто называется вот эта стратегия, которую сейчас играем, это чисто для ленивых на самом деле. Типа просто луч кастуешь и все. Ой, не паришься. Просто луч кастуешь. Свелка. Так, что там, ты есть, да? Хорошо. Я еще вардики поставлю, а то что такое. Пойдем, да, к лесу. Повардим немножко. Блин, я не думал, что это настолько прикольно будет, но. Это работает. Что-то как будто реально сломано, слышишь? Много урона. Много, ну посчитай. То, что ты наносишь, плюс 80% еще дополнительно. Вот этого можно сейчас сжечь. Закидываешь, да. Лучше так 70% снимает. Один. Еще закинешь. Да. Мне надо стан принять. А тебе два. Мансит собака. Я подкину кнопку тебе, нормально. Да там и спириты душат. Ой-ой-ой. Не надо, дядя. Не надо. Как душит. Я фейзи не жму. Тройка есть? Хорошо. Дал. Ой-ой-ой. Жесть тебе там. Залетело это чисто. Ой-ой-ой, нифига себе. Ой-ой-ой-ой. Котл понял за этого. Чисто засолил. Ну, жестко. Жестковато, конечно. Нужен еще арчит на джаггернаута. Прикинь, если арчит кидаешь луч. Там надо, чтобы, короче, максимально не АПМить, просто ноги закидываешь на компуктер, кидаешь АТОС чуваку, и чувак просто стоит. И все. И горит, ничего сделать не может. Да, ничего сделать не можешь, просто фиксация идет и все. О, смотри. Че там, нашел джагу, да? Джаггернаут детек. А, он летает. Он умный. Пойдем в миду солить. Гайды? Походу смотрит гайды. На вставочку смотрит гайды. Походу, да. Можешь накидывать. Слушай, а ты можешь вот тут пролететь? Вот тут пролететь можешь, чтобы деревья... Не надо. Пусть. Закидывай кнопку. Так, давай. Оп. Сколько? Один. Пока что одна. Вот два, нет. два, уже два. Два, хорошо. Смотри, как ему больно, бедолаги. И еще почти джагу убило. Ты посмотри просто на эту мощь. Тебе кэшбэк пришел. А, нет, не пришел. Как Боник забрал-то? Это Боник. Я на топ полечу, запилю этого браконьера. А что так долго, ё-моё. Мне кажется, он не зармлит. Не-не-не, там я его допилю. Хорошо. Блин, может АТОС самому сделать? Я АТОС попробую еще сам сделать. Ну сделай, да, потому что я как бы килы нюхаю, да, но не убиваю уже. Я понял. АТОС. Хорошо. Виталика бустера купил. Можешь накидывать. Санрей есть. Давай. А что у меня? А, у меня в прошлый раз не было. Блин, как же пилить, ты просто посмотри на это. Ну, почти допилил. Ну ладно, вот. Но это с одной лапы. Ну да, у меня почему-то герой не дал. Давай сейчас. Хорошо. Просто накидывай смело, и все. Да-да-да. Ну все, это хайм. Да ты посмотри, просто пол хп сожгло. Это один.
А, нет, это два было. Это два было. Фул ХП просто уходит у чела. Просто фул ХП. А тут этот парень вообще? А там только с леса кто-то ушел. Не сломает кто-то там. Нифига себе, там Свен заряженный, блядь. Свен Берме? Где моя кура? Так, ты где? Я на миду. Тэшку хочу забрать. Браконьеры, блин. Чё, сколько у тебя Литят. Лапа? Два лап на тебя. Два? Два лап. Два лап, да. Вот сейчас на секунду три было. Не, ну, там две не успевают. Не, там на секунду есть. Там есть не. С Октарином на две, на две секунды с Октарином. Сейчас лапы накидывай, я, короче, этот, если что. На тебе фул лапы как-то. Да? Хорошо. Ой, да посмотри, они еще вместе рядом идут. Вообще что-то сказка. Он ТП умеет жать. Что? Вообще, что за сказка? Хорошо. А тебе фул лапки. Да? Хорошо. Жесть, они еще вместе рядом побежали специально, чтобы я их двоих запилил. Так, у меня Атос есть. Хорошо. У меня тоже почти. Это очень круто. Ребята, пробуйте эту стратегию. Потом будет еще максимальное сжигание, зажигание, поджигание. И там будет тоже очень интересная задумка. Соберем чуть больше народу. И просто будет очень мощно. Че, закидываешь? Один есть, да? Я покупаю. Не, это два, это два. Не один. Все, а то скидаю, ногами играю, дядь. Смотри. Ебой. Вообще, посмотри. Пул ХП сейчас сгорел. Смотри, он пишет, багает. Багает. Не багает, дядь. Без блода. Че, еще вот этого? Накидывай по КД, я буду готов. Я могу это ему дать, чтобы он не бежал. Смотри, он стоит. Уй-ой. Нормально. Хорошо. По идее, не собьют. Не собьют. Либо по одному. Пойдет. Ой, лапу накинул, да? Есть. Блин, это жестко. Атос вообще жесть. Опа. Просто цепляешь и с Атосом. Меня ускоряет. А, он умер, походу. Где баг? Где баг? Говорит, баг, где? Пацаны. Это не баг, это механика. Так складывается. Ты еще написал так? Где? 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 Где баг? Че там опять на миду? О, толпа на миду. Настакивай, поехал. Один есть, да? Да, на тебе два. Нет, два-два. А тебе всегда два. Погнали. Сейчас тоже два. Смотри, что с бедолагой сейчас будет. Просто, просто... Свен ливнул просто. Чисто, ну... Начало сезона, оно такое. Начало сезона, оно такое. Свен понял, что нет смысла тягаться. Смотри, он бы умер на джаггере даже после хила. Так, о, смотри, что со мной. Да, все, так портанул. Ой, бро, это жестко, это издевательство нереальное. Чё ты там под тэшками бегаешь? Так я ГГ, пиши ФФ. Я же зафилиться. Я не успел. Побежал зафилить. Педю АКС. Педю АКС, рак. Напишем ему. Просто парень берет, ливает. Ребят, не делайте так. Сейчас, короче, начало сезона, у всех обнуление. Поэтому видосы все почти такие будут. Это тяжело, конечно, такие видосы писать будет, но... Думаю, на контент несколько игр достаточно. Почему нет? Но это мощь. Очень сильно дамажит.
Очень сильно. Че, пойдем на низ, наверное, душить тэшки. Какая резность? Давай. Внизу пойду пушить. Алло. Хейн? Алло, это хейн? Это хейн? Гирыч, а этот армлет купил. Блин, мне вообще все равно, сколько у него хп. Хоть там армлет, хоть не армлет. Так, а по факту, даже если 6000 будет, уже его убиваешь, не? Да. Я тестил, короче, там неважно, сколько здоровья, но там количество лап. А тебе пока один. О, еще и арчит туда, прикинь. Два. Так, я продлил Атос. Продлил Атос. Продлевать будете? Прикинь, фул хп тупо чел сгорает. Фул хп. И с этим вообще ничего не делать. Ничего не сделать. Ну, БКБ, да, тут только иммунитетки могут выживать. Это нереально круто. Давай в Т2 пойдем. Это там, это кто? Это... Ага, понял. А у него аганим. Да, да, да. Давай вот так сделаем. Сейчас пришли сюда. Так. Два. Сейчас два. Две лапы есть, да? Да. Тут, наверное, вард стоит. Сейчас, сейчас. Ты сейчас капнешь. Сейчас принесу вард себе. Но они сейчас, скорее всего, забьются и будут ставить сторонки. Там на миду вон есть, скорее. Да, гоу, он слил сейчас эту крутилку. Если его Рики не задушит. Блин, он уже убивает. Убивай. Пищи, Фефе, тебе гиги. Так, есть. О, смотри, идут. Опа. Есть, да, лапы? Давай, я первому. Давай, 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 я вот этому тоже дам. Не хватило. Нормально. Пойдет. Там не собьет. О, а еще. Да ты посмотри, что за еще. Он армлетит. Армлетит. Много по армлетит. Ой, есть. Вард стоит тут у них. Хорошо, пойдем в центр. Кто там идет? Джага. Посмотри. Он Джага крутил. Атос даю ему. Хорош, он сейчас салют крутил. Настакивай единицу. Наш, да-да-да-да-да. На тебе сколько есть. Так, я тоже продлил Атос. Продлеваем Атос. Жги его. Смотри, еще какой запас, еще секунды, полторы где-то пилить. А у него хп уже кончилось. Там не секунда, там секунды, две, три. Ну, две секунды, да, где-то еще. Это очень много. Все, вот, это ГГ. Ищите Фефе. Блин, это очень люто. Я не знаю, как мы будем писать этот видос. Начало сезона и вот такие катки. Но мне кажется, нужно смело сейчас просто брать, делать какой-нибудь ре и посмотреть, насколько это еще можно круто улучшить, дожить до Октарина на Сикере. И мне кажется, это прям... Давай еще кого-нибудь запилим, ну, и можно... Дожили. Можно еще отсюда выйти. Они ливаются. Качественно. Где там Коктул? Коктул, ты где? Коктул. Хорошо. Так, дал Атос. Я тоже дал ему. Два Атос. Два Атос. Пацаны! Ливайте. Какой смысл? Пацаны будут шокированы всей играми. Я тоже дал. А, жесть, смотри, еще запас какой. Я еще пилю, еще секунды три пилил. Ребята, пробуйте. С другом в паре, как раз вдвоем, можете спокойно это делать. Это очень круто работает. Реально очень круто работает. Я не думал, что настолько крутой эффект будет. А ты Каплани тестил? Не рефрешит? Ай, не успел. В, увидел волну уже. В, не успел нажать. Чего именно? Рефрешит? А, через хотел, котла, хотел, через хотел, котла, да? Ну, на одну секунду быстрее лапа будет кдэшиться. А, как будто не так много. Не, ну, типа, получается, ты три лапы кинешь. Три. То я с Октарином уже тоже перекину на секунды две. Ну, да. Да. Ну, ты, получается, две лапы сразу бафаешь, потом третью.
Там вообще очень сильно можно это забустить. Реально, очень сильно. Леорик видел, что собрал? Они, короче, сдаваться не хотят. Леорик там видел слоты, какие собрал. Ой, ну мы сейчас все равно додушим их. Я не хочу выходить с этой игры. Додушим. Леорик как раз такая подопытная цель, чтобы его сжигать на фул. А тебе два. Я буду вырубать, продлил, когда он... Продлил. Не-не-не, я буду вырубать, когда он будет БМ давать. Сейчас я куплю Акторин себе. Двайка будет, скажешь? На тебе два. Поехал. Смотри, как меня пилит самого же. Да... Я просто от БМа почти умираю. Так, ну, один раз сожгли его, сейчас он застанется. Поехал. Так, я его не выпускаю. Ой-ой-ой. А, это да ему ГГ там, 100%. О! Байбэкнулся. Крис. Юл, хорошо. Да не, дядь, не варик. Сейчас БМ закончится, мы с тобой поговорим. Алло, Итахтарин? Алло. Итахтарин? Опа. Я а, пока регенюсь. Я байчу на ТП. Смотри, у меня сейчас полетит сбивать. Забайтил? Проверяй. У меня байтил, хп нет. Он все это. Он все отдал. Блинкает стан, да? Это все, что у него есть. Я лимаю. Ну все, я напоминалка, короче. Три, два. Три. Смотри, как пилит. Ты сейчас отписываешь. Есть. О, всю ману сжег. Не должно было сжечь всю ману. Я не на это рассчитывал. Короче, что-то чересчур много маны сожгло. Там от движения, но не за вот этот же круг всю ману. У меня 2000 маны. Прикинь, мне 2000 маны только что сжег монолик этот. Что за бред? Понял. Это просто бред какой. Так, накидываю. Блин, вот этому надо вот так. Реально сжег. Так, я монолик забайтил на монолик. Так, сделаю. Лапку. Лапку не дал перед уездом. Перед уездом. Так, он застанился и умер. Сейчас. Вот этого сейчас сделаем. Да все, это наш. Просто. Наш просто фул хп я ему спилил. Ну не фул, там половина хп было, но это очень много дэмэдж. Очень много. Накидывай лапы. Хорошо. На тебе три. На тебе хорошо, три. Хорошо, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы это все выпилим здесь. Три. О, все. А то до побачення. Ой, блядь. А куда? Не убежишь, не убежишь. Ни его. Это что, ультракил? Не достал хрень. Ну вот тянули, что тянули? 10 минут тянули. Все, ломаем. До свидания. Пушу, брат. Ломай, глиф, ломай ее. Оп, вот так. Видимо, вот делаю. Яички ставлю, чтобы не это. О, наконец-то победили. Камон. Ребята, давайте еще одну катку посвятим этой комбинации и посмотрим, получится ли у нас что-то нереальное. Сейчас получилось реально очень круто. С одного лазера просто спиливает. Причем даже Леорика 6-слотового можно спилить с одного лазера. Какой еще? Ну что, ребята, некстовая игра у нас началась. Давайте попробуем еще одну игру в этой комбинации. Вот так напишу сразу. И погнали. Попробуем сделать грязь. Эй, Вокер не бан. Вокер сразу забанили кто-то. Парень там на Вокере хочет сыграть. Баню сайленсера, потому что он может глобалкой. Ну, раз в 120 миллионов лет. Пофиг, как бы. Беру Финеха. Как будто вообще бат. Короче, эта комбинация, которую мы делаем, контрится максимально просто либо БМом, либо просто иммунитетом. Но очень крутая комба. Гоу.
Авада Кедавра на 7-м слоте. О, прикинь, Сефа просто выжигать каждую катку. Ой, бро, что это такое? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас. Сегодня снова видеорубрики «А что если?» «А что если Хинозес сошел с ума?» «А что если Митуя?» Все. Вот, и что у нас получается? «А что если центральный коридор пойдет нуб?» Вот и все, как бы. Ой, посмотри. Посмотри, просто три цели, которые легко выжигать. Прям кайф. Прям кайф вообще. Как мне вчера чел на стриме написал, когда я играл на Фантоме против Лазера, против Санрея, да, и против Розы. Ты не дерешь. И так, кой! Слабый рак, старайся сит драцби. И я, который просто захожу туда, и у меня за 5 секунд просто улетает около 800 хп. Просто, ну, так, да там, нет, там даже роза, больше. Там роза плюс луч. Да, это процентовки, просто. И это просто жесть, какое огромное количество дэмэдж. И просто бесконтактный бой делаешь через этот, через радик. Единственная возможность. Нифига пуджа взяли. Кстати, пудж... Единственное, что он может сделать, он может меня хукануть, и либо если будет убегать, мне пофиг, сколько у него хп, я его все равно выжгу. Прям пофиг. Он не будет тебя контрить. Я буду перед тобой вставать специально, чтобы он меня хукал. Чтобы тебя взял, хуканул и убил. Найс. Хорошая стратегия. Слушай, лайк поставил. Ребята, не забывайте поддержать лайком данные видосы, рубрики «А что если?». Подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите контент. Как говорится, привставил. И поехало. Я сейчас тоже залагал, да? Нет, сейчас норм было. Джавут. Вот пекер. Хорошо. Ну, надеюсь, интересное получится, потому что там пик многообещающий. Ребята, прям. Там лес кто-то идет, иди соло топ. Да, я так. Дайте БСу соло пас, они. Он сильнее. Топ, ТП там... и игрок. 35к. Все вроде. Короче, я вчера на стриме был, там был момент, когда. Моментум. Хайскилла 5 раз подряд убил. Да, он что-то, но он, знаешь, он сейчас редко играет, он вообще. Короче, перестал играть. Можно так выразиться. Было мем. Ну, забавно, там станы залетали. Так, беру Санрей, короче, лапу получаю, ульту качаю. Но если этот шардом сейчас закроет, типа, ну можем убить, я не знаю. Спокойно. Че, не захотел тускару у нас что-то почему-то нажимать кнопку, можно было спокойно задушить. Спокойно. Пойду на низ пробегусь. Успею? Ты, ну ладно, пойдет. Он не пойдет вниз, не хочет. Сеф ласхитует тут. А-ля профессионал дото. Пидр команда. Хорошо. Пидр. Кура твоя? Хорошо. Оставь только контроль. У меня и у тебя. Спасибо. Слышишь, да? Хорошо. Ты микрофон вырубил? Отлично. Норм, норм, норм. Ребят, в общем, здесь постараемся сделать то же самое, что в прошлой катке. Но, я думаю, должно получиться еще лучше. Потому что, во-первых, я постарался подобрать в лобби игроков более или менее. Сейчас это делать крайне тяжело, потому что сейчас начало сезона. Я пишу видосы заранее, ребятки. Поэтому сейчас уже сезон, месяц уже сезона прошел. Потому что вы смотрите это видео где-то примерно в апреле. Вот, и я ж наперед видео пишу, и поэтому немножко тяжеловато писать так видосы, когда начало сезона, но писать надо, график есть график, нужно выполнять, ребятки, поэтому просто пожелаю приятного, ребятки, просмотра, извините за неудобство, но видосы есть видосы, надо писать, надо делать, надо работать. Ну, просто надеюсь, вам эти видейки, которые я записываю, нравятся, и вы просто кайфуете с просмотра видоса тем, что что-то необычное.
каждый видос, да, видите. Это очень круто. Очень круто, когда есть такой, знаете, запас контента, который, в принципе, можно давать. Так, у меня уже там Транквила есть. В тот раз я быстрее нафармил, чем с Вертом. Че, начнем по чуть СФу немножко попку поджигать. Подеремся просто. Хорошо. СФу даем понимание, что тут серьезная будет катка. Что душить будем люто. Немножко подраскликался с прошлой катки. Прям хорошо пойдет сейчас. Так, там еще куру взяли. Так, стики возьмем. Еще ману. Так, СФ миссинг. Блин, СФ, прикинь, короче, сейчас с лазера почти целиком умер. А что будет, ну, чуть-чуть позже? Там СФ 700 хп, это пушка. Да, типа, даже если ты просто, мне кажется, там, ну, невзначай, ну, ты апаешься там. Третий левел, лап в 2. Придешь, типа, одну лапу кинешь, мне кажется, бедолага на СФ умрет. Это жестко. Парми апайся там. Пятый левел там. Туда-сюда. Да, у меня тут тысяч ушел, я могу подышать наконец. То есть как же пилит она. Ой, бро. Ну просто 70% здоровья лазер сжигает без каких-либо проблем. Просто. Это жестко. Я, наверное, СФа сильно душить не буду здесь. Просто буду прокачиваться. Да, а то еще ливнет. Нужно думать наперед. Потому что начало сезона, аккаунты там не пустые. Там по 3, по 4 игры. Но смысл в чем? Все равно я не хочу, чтобы они выходили с игры. Фига себе, ты там гангаю. Дядь, убежишь, да? Ну я бегу. Вроде, если вроде, да. Если а что, нет, мне нет. Лапу на развороте кидай, да? Вот сюда. Лапа, поехала. Есть? Поехала, хорошо. Одна, конечно, по-другому не получится. Эх ты, на лёрике хейтер, но ты умрёшь. Ты умрёшь, да, дядь. Так, ты ещё захилишься, поужин. Хорошо. Тычечку, хорошо. И вот этому ещё. Ну так, сделаем, да. Я думаю, так будет, ну, неплохо. Так, думаю, неплохо будет. Хорошо. Фига, там и лайны выиграли, пацаны, да? Задроты какие-то. Нам так не надо. Надо, чтобы кто-то пофидил, но не ты. Пусть пацаны фидят. Хорошо. Так, у меня лазер замакшен. Нужен твой эксп. Иди на миду почиль. На миду почилишь. Седьмой левел. И поехали. Запиливание. Будет прекрасно. Четвертый левел, ну пятый сейчас, шестой, там быстро апнешься, я думаю. Не хочу, можно убить сейчас лича спокойно, причем не хочу его трогать даже. Он хочет, чтобы я как бы, ну, поагрессировался с ним, но я не хочу, потому что он же в таверну улетит. Опять сейчас Овныч будет кричать на карте. Овныч. Не, вот Овныч не надо. А там Овныч уже был, не дядь. Да я, короче, понял, что-то закашлялся. Я хочу на микрофон это все. Правильно, правильно. Я тоже, когда кашляю, там тоже вырубаю микро. Так более качественнее, красивее, профессиональнее даже выразимся. Да, да. Подрезал у тебя, короче, фишка. Вот так и надо. Зачем слышать, как ты там пукаешь, какаешь? Пукаешь. Так, три... лапки в три есть уже. Да? Они неплохие такие, порядочные. Да. Ну, можно экспу на топе апнуть с двух героев, если хочешь. ТПшки нету, да? А потом лиф мы с ними не апнем. Короче, эти анубы, они ловят по одному. Настя, пацан какой-то... А чё он на своей тактике
раскрываю. Он какую-то аналитику сейчас выдал. Так, тут пуч. Так, подойди под лавку. Оп, один есть, да? Так, я встаю под пук. Я встаю под пук. Ой, как пилим, просто что это? Ой-ой! Я не думал, что их просто двоих сожжет так. Это было, это все было неплохо. Давай, апайся, апайся. Сейчас. О, седьмой, я да смотрю, ладно. Блин, как видосы писать? Как видосы писать? Вот эти Хумаюн заходит и ливает зачем? Как писать видос? Если вот такая тема. Заставили вливнуть. Давай, может это подписчика там это? Не, дядь. Хорошо. Ну а как мы сейчас? Как? Они сейчас опять поливаются. Ой, сейчас ульта будет, дядь. О, крутой. Дядь, кидай лапу, я поехал. Так. На тебе все лапки. Да, ну и лапки. Все, и поехала. Так, давай, ультуй. Блин, я бы тебя убил сейчас. Если лапы накидаю, сейчас давай, откатится давай. Уже. Пойдем сюда, наверх. СФ там не пойдет. А, не пойдет. Вот, вот он. Че он ну, так он под тачкой будет здесь. Закидывай. А, ты ему кинул. Вон на нем. Если б я его еще видел. Ой-ой-ой! Живи. Да я живу. Я тебе вроде дал. Я тебе дал. Хорошо. Он не уйдет, он не уйдет. Да не уйдет он никуда. Там еще раптура висит. Это жестко. Блин, и вторую игру... Я помогу. Я помогу. Так, я на доверии. Хорошо. А я на запиливании. Как там? Как там Ахма говорит? Закинули? Закинули. Вай, бро, я не знаю, это какой-то кринж. Сидеть всю, весь ночь. ГГ! ГГ, ливай. ГГ, ливайте. Ну, короче, все равно мы добьемся своего. Блин, ребят, короче, мы сделаем так. Эти каточки я в любом случае впихну. Смотри, 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 так. Бедолага на пудже, ля. Но тут уже не попаду. Ничего не собьет. Хорош. Го, ХГ сразу. Полетели, полетели, смотри, а, под колодец, let's go. Чё париться? СФ, а зажги, он под рафтур. А где он, где он, куда убежал? Он испугался, дядь. Испугался. Да давай снесем просто. Какого цвета это? Темный, темный. Темный, да? Да, темный. Темный. Так, подходим, подходим. Подходим. Блин. Блин, я честно. Мне так хочется отписать этот видос так именно красиво, качественно. Но получается как получается. В любом случае, мы здесь. А тебе два. Добавим здесь нормальный катку. Ой-ой-ой, да блин, он жесть жрет. Опа, пролагало. Ух ты. Опа. С пепелилами. Кинул хук таки кто-то. Оп, запрыгнул сам. Опа. Я тебе хил кинул. В меня не отлетело. Да, ну в меня разочек отпрыгнул. Просто хоп умыл сюда. Хоп умыть, нужно каждый день. Хоп умыть, даже если лень. Я пойду Т2 бить. Давай. Комбинация, которая заставляет ливать, да? Да, они какие-то беженки. Ливают сразу, не возят. Ну да. О, знаешь, надо ему лавку дать, чтобы он не это... Не распробовал этот демош. Да, не привык. Сейчас две лавки, он точно откисит. Зарвинил. Хорошо. Зарвинил пацана. Накидывай. Давай. Сделал. Сгорит просто там, вообще нереально. Это просто так, жесть. Побежал за Красава.
танки не задрот. Так, на тебе. Я танчу, я танчу. Хорошо. Что там, закидываешь мне лапу? Один есть. Два. Смотри, ой, как СФ, видел? Сжег просто. Ой, хорошо. Найс. Ну, ребят, еще одну катку нормальную ставим. Тут вы увидели, в принципе, какую-то нарезку, да, интересных моментов. И давайте, наверное, сделаем все-таки одну грамотную, хорошую, красивую игру. И поехали. Ох, как же я ошибался, когда говорил сыграть одну нормальную грамотную игру. В начале сезона айкапа вообще невозможно записывать видосы, но все-таки, надеюсь, та нарезка, которую я сделал, вам немножечко да понравилась, ребятки. Не забывайте поставить лайк. Ну и давайте продолжим. Поставим сюда третью нарезку и будем кайфовать дальше. Пробуйте с друзьями, очень крутая комбинация. Ну и давайте одну нормальную, хорошую, интересную, более-менее... Ну, может быть, где-то подрезанную сыграем, потому что очень тяжело, реально тяжело. Сезон, начало сезона прям тяжело и стартовать. Кстати, раньше намного легче было стартовать, даже на 2к поинтов. И сейчас прям вообще очень печально все. Ну, и походу, все-таки время сочтено, как говорится. Че, ты заряжен, готов дописать-таки? Да, жестко. Вот и хорошо, это то, что нам нужно. Ну-ка, а скажи что-нибудь. Раз, два. Вот так и говори быстренько мне. Хорошо. Раз, два. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Окей. Я за огром. Низ. Огурчик, низ. Блин, там жесть, сорича пикает. Антимук только с даггера будет уходить там. Ну, с блинка. Но и зато ему будет так больно без блинка. О, жесть. Это будет жестко. Но они что-то не торопятся, пацаны, пикать там. Да, долго что-то. Не торопятся. Может, они вообще АФК? Не, выбрал, не, как раз смотри. Это хорошо, что герои без эскейпа. Да, и без иммунитета. Это радует. Бегать не будут. Интересно. Ерсбруйкер, нифига себе там, ес. Ластом залетел. О, ес, это плохо, кстати. Ну да, фиссурница будет подсбивать. Ну посмотрим, как пойдет. Не суть. Надеюсь, будет в целом интересно. Интереснее, чем прошлые игры. Потому что это прям жесть какая-то. Прошлые игры прям вообще. Да нет, там были моменты, когда мы сжигали. Не, были, да, но... Наверное, маловато все-таки. Ну, вообще-то... Там он с огром хочет пойти. Оставь ему, иди на топ. Пусть. Там пацаны вроде адекватные, пусть играют. Так, ну и снайпер вот вообще будет отлетать. Да там все отлетают, там без эскейпа, челики. Без эскейпа. Посмотрим сейчас, как пойдет. Ну, у меня, если честно, предвкушение такое, что получится прям бомбезно. Опа, хускарчик, минус 15 хп, сюда. О, а мне-то за что? Понял, просто так. Фиссуру просто дал мне. Мне-то за что фиссуру, друг? Больно, дядь, не надо. Опа, а фиссуры-то нет. Ой, вот это криволазер. Ну, мне кажется, не допилил бы. Жесть, их тут много. Да, они что-то все толпой сюда пришли. Все, я отошел. Есть, да? Раз, два, три, четыре. Пять героев пришло на руну, но что-то руну они не забрали. Странно. Странно. А что на хускаре куда? Знаю. Что есть там фиссурницы раскидывает, вообще мощь. Ладно, не пойдет. Стесняются. Да, чисто. Пацаны не стесняются своих желаний и выполняют, делают, что хотят. И больших фиссур. Большие фиссуры, да. Ребята, не забывайте смотреть другие видосы на канале, не забывайте подписываться. Спасибо всем, кто поддерживает, чисто от души. Вам респект и уважение.
Сжигание на Фениксе продолжается у нас сегодня. Поджигание, сжигание. Сжигание врагов. Как говорит инвокер, здесь будет жарко. Хорошо. Нецер пришел, первый левел. О, здорово. Подлагало у тебя, нет? Сейчас тоже подлагало. Ай, капчик. Наш любимый. Я так чувствую, в скором времени пойдем на РГЦ все дружно. Я ничего говорить не буду, я админ. Я ничего не буду. А там, вот столько там, такая обширная база для контента для меня, я там столько обзоров напилю. Ой, бро, такая обширная работа. Там вчера, короче, стрим был. Вот Пайдел. И там такой Monkey King жесткий, так красиво все. Веточку такая поставил, с нее прыгнул, замедлил, да, ударил, да, там. Ну, это круто, это классика. То есть. Ну, как классика? Как классика? Это что такое он сделал, да? Это как? Это как? Это кто? Это что за сранки Минг? Ну кайф же, потом придется гайд на Monkey King. Так ты чё, вообще без Б. Я люблю таких героев. Он милишник, но рейнджевик. Можно так выразиться. Ну это, кстати, да, у него вот эта палка длинная. Палка очень длинная у него. Damn, бро! О чем ты думаешь? Я некр не хочу тут убивать, насиловать. Пусть парнишка тут аккуратненько фармит. Я тоже пофармлю, хорошо. Без обид. Ты меня не трогаешь, я тебе не троги. Контенту дадим потом тебе. Придем тебе, напихаем. 15 минут проиграешь. Так бы я его же задрочил, у меня маны много. Мана стоит, не регенится. Мана всегда должна регениться. Там можно на пятом. Да, на пятом левеле можно его, в принципе, немного попрессинговать, чтобы он так не зазнавался. Чтобы знал, где его место. А то он уже начинает немножко наглеть, понимая, что я его не трогаю. И... Че, ты хочешь? Да, я вот сюда подойдешь, да? Оп. Хорошо. Где-то в таком диапазоне ты надо учитывать, да, чтобы я подошел и обновил. Смотри, какой он это, он убьет тебя сейчас. Не. Ладно. Все рассчитано. Так, я сосилил, чтобы он мне тычку. Не, нормально, нормально. Такой немного там наглый. Регана только. Да мне не надо. Там тогда забираем. Че у тебя там, четвертый, да? Третий? Хорошо. Третий, да. Да я же всегда на третьем мид прихожу. Да, я понял. Хорошо. У меня лазер в тройку. Я сейчас подфармлю до седьмого левела и на топ могу сбегать. О, тут шейки. Можно, кстати, если он фиссуру положит. Он вообще не стесняется, кидает ее просто. А типа фиссуру положит, и можно будет это подраться немножко. О, а ты знаешь, что фиссуру можно кайтить первым скиллом? Первым скиллом и кого? Вот твоим. А, фениксом? Да, луч даешь, потом дайв, и луч остается. Нет, не сбивается. Ну, не знаю, потом луч надо с спиритами корректить, наверное. Да, да, да. Мне кажется, там... Не ну, очень удобно. Но если уж прям сильная сложная ситуация, то может быть да. То может быть да. Потому что после дайва, как правило, луч ломается. Он не туда лупит, куда должен. Но я пока поселюсь на лайне, потому что мне левел нужен. Давай, дядь, попилим немножко. Яички. А! Сгорел, чувак. А! Этот некр так забавно умирает. Ну, вообще, это дед. Некролайт. А! Так, ну седьмой левел на месте. О, все, приехали. Это сейчас у тебя залагало. Да, ну это мой интернет сейчас. Кайф. Люблю свой интернет. Так, что там, снайпер?
Снайпер, да. Ну, одна лапа и... Я, в принципе, в огне. Ой, сейчас, я... Да нормально, их все равно нету, не видно. Как увижу, так поехало. Оп. Не антимага, снайпера лучше. Бот пятый, как обычно. О, тут еще ЕС, пусть Исур откинет. Он сейчас отдаст, да, он отдает, хорошо. Он вообще ее нет. Дай мне единицу. Да, на тебе висело, на тебе висело. Ой-ой-ой, смотри, антимаг еще обновил, прыгнул. Обновил. О-о-о, просто поджигание, не знаю, пуканов. Вниз могу ТП дать, но не буду помогать. Пусть пацаны подфидят для баланса. Нормально же. Да, тактический фит. А, ясно. Блин, как отписать нормальную игру, я не понимаю. Как вообще это можно сделать? Как? Ну реально. Подожди, вот эту вторую букву на опене, да? И ТП есть. Жесть. Я не понимаю. Че, ре делаем? Не, я не буду ре делать, отпишем эту игру. А сколько можно уже игр отыгрывать на этот видос, серьезно? Просто уже, блин, 4 часа потрачено, да, а... Тяжело. Тяжело. Ничего страшного. Мы добьемся своего. Эта игра будет не такой, как... Как прошлые две. Ну, Шейкер видно, слабохарактерный он. Да, характер слабый у него. Мужского нету у него. Начало. Пацаны там страдают внизу. Ну, нормально, то, что нужно. Вай, вой там куполами раздает, нифига себе. Чё ты там, кто ты там? Ага, Хускар идет. На Чена, ничего себе. Бедный Чен. Чей. Fellow Chen. Так. Оп. У меня почти седьмой сейчас. Две бачки. Хорошо. Хорошо. У меня некор. А чё, можем на миду? Ой, на топе. На топе? Да, сейчас приду. Чё, мне пофиг. Шестой у тебя, да? Хорошо. А, лапки третьи. Уже порядочно. Ну да, уже интереснее будет. Так, подойдешь заранее? Да. Тащу, дилей, подождем. Поехали. Ой-ой-ой. Блин, Хускар, не наноси демо. Да еще сколько времени видел. Так, я на него повешу, чтобы он не бежал. Да, не переживай, он побежит все равно. Понял. Не переживай, он все равно побежит. Хорошо. Хэн, опять с ракми играешь. Ну не а знает, что поделать, блин, игр. Начало сезона, но я что-то заметил крайние разы вообще, вот сколько видосов пишу, очень тяжело видосы отписывать из-за того, что реально вот прям это, начало это сезона, оно такое. Из-за новой системы КСов, 5 КСов в день сейчас. Да, да, это тоже очень сильно провоцирует. Взял, ливнул, КС написал, да. Да, пошел дальше играть. Че, накидываешь? Опа, да. Две можно, да? Я с одной попилю его. Так, я посмотрю пока. Я зритель. Жесть. Не хватило, прикинь, чуть-чуть. Но он хильнулся. О-о-о. Смотри, по наглу. Под яичко спрячься. Давай, на нем. Да, я не буду пилить его, с руки его убиваем. Можно вниз сходить, там какие-то снайпера. Ща я отдаю со стилю. Блин, не успел. Со стилю не успел. Со стилю не успел. Так, окей. Там это у тебя твои арты в куре лежат? Стоп. Стоп! Это реально мои артефакты. Я про них забыл. Блин. Еще понакупил, да?
Да ты же их не это, я куры не дергал, потому что у тебя там твои арты, бля. И я про них забыл, короче. Опа, деньги появились. Найс. Это хорошо. У меня много денег. Это хорошо. Да, уже почти есть. У меня тоже. Че, надо пофидить? Пацаны внизу вроде неплохо справляются с фидом. Там, да, там порядочно. Опа, смотри. Я к Сускару не буду помогать. Пусть душат его. Пока один, пока один. Блин, Сускар-то убивает. Два на тебя. Ну ты сожгешь его, смело. Туз, да. Ну, ой, блин. Не буду корректировать. Честно, мне так впадло их убивать, потому что я чувствую, что если я сейчас буду играть на фул, они все ливнут. Типа, ну серьезно. Ладно, я, короче, тактику фида применяю. А, смотри, бедолашка стоит. Ой, блин. Лагает, да, лагает, бро. Ну, давай. Он убивает. Лагает. Ой, лагает, да. Жесть. А что делать? Приходится импровизировать. Что делать? Так, пойдем искать жертвы. Есть Атос. Атос есть. У меня руна багнулась. Была руной инвиза. А, она подсвечивается. Ты видишь, она у тебя моргает, нет? Нет. Она у меня моргает. Она моргает руной инвиза и руной иллюзии. Понял, короче? Жесть. Теперь не моргает. Максимально странно выглядит. Она, кстати, она рожь уже работает? Луч? По-моему, не работает. Хорошо. Так, Атос есть. Снайпера можно задушить. У меня 20, да, Атос. Что-то пацаны не стали ковыряться. Так, это две, да? Да, две на спец, две только, да. Некро подработаем тогда. Так, я посмотрю. Некор, короче, постоянно дистанцию с этого. Ну, короче, сближается. Сокращает, да, чтобы тяжелее было попадать, и все. Но я буду спиритами тогда подконтривать, если он такой умный. Давай. Антимуги. И антимуга сожжен. Так, это две, да? Да. Первый атосик. Я второй дал. Хорошо. Давай. Да блин. Да нормально, нормально. ББ. Топ ББ, да? Топ ББ. Бедолага. На мид можем ТП дать. О, кто там? Кидай. Кидай меня. Чен, да на тебе два. Тебе два. Ой-ой-ой, смотри. Так, давай, я одному, оба под атосами, смотри. Просто фул хп спалил пацану. Фул хп. Так, мы хотим его, да? Мы же хотим? Да можно, смело. Так, хилка на тебя. Да он сгорит со спиритов просто. Смотри, как встал. Он не горит. Он не горит. Так, атос встал. Антимаг прилетел в фул. Половина хп осталось. Блин, это реально жестко. Чё бы кто ни говорил. Ух, нифига себе, это на характере было. Не надо. Так, давай вот тут встану. Это просто на характере. Опять Ракми, играй. Ракми. У тебя там коммент был под топ-ТБ видосом. То, что там какие-то раки играют. Блин, ну 15 КПТС, извини. Чё могу сделать? Да там тоже. Такие же играют. Не понимают люди. Да, они понимают. Там есть нормальные жесткие приватки. Вот то вот мощные игры. Так. Опа. А я продлю потом. Продлил. Продлил. Ну, смека чуть тяжелее выжигается. Жестко. Все равно. Там фиссура влетела, у тебя еще секунда была. Фиссура? Да, так вон, ты чё, фиссуру не заметил? Нет. А фиссура была. Опа. Так,
Лапки пока да у тебя. А там БМ. БМ собрали. Вон там шейкеры они поставили. Да? Да нет, вроде ж нормально, и мне ж фиссура не прилетела. Была там фиссура. Не видел я. Не знаю, что. Как ты огромный тотем не увидел. Не, ну бывает, не замечаешь. Тотем больше моего? А, кстати, ты же тотем свой мне в Телеграм кидал. Да не, у тебя... Вон он. Вон он, тотем. Нифига себе. Я ж сказал, у него тотем больше. Я совершеннолетний, если что. Мне 18, пацаны. Что ты? Куда он полетел этот? Антимук. Так, на тебе два. Я тоже замедлил. Бедолага. Я просто ногами играю, тупо хожу, одну кнопку нажимаю и все. Это так, жесть. Время ФФ писать и ливать. Походу, да. Лотар на снайпере. Снайпер лотар собрал, да. Так, ну мы знаем, что делать с этим. Да, но только я не буду брать гем, потому что... Да я сам. У меня во время лазера гем выключается, короче. Бред, но... А, да? Да, бред, что? Но так и работает, да. На лазере гем выключается. Так, под солнцем же работает, под ультой. Под ультой? По-моему, даже под ультой не работает. Не-не, я читал. Как во время подкопа Сандкинга тоже гем перестает работать. Когда подкапываешь, если у Сандкинга гем... Забирать. Ой, зачем? Деньги. Деньги, все-таки решаю. Еще там внизу нецер, да? Пойдем на миду. Ченчик. Да не? О, на топе антимук. Да пофиг на него. Идем на мид уже, вон. Давай, кидай мне лапуи. Ща мы как задышим. Так, два на тебя. Опа. Подхожу. Бедолага. Он думает, эй, меха не помог. Не хватило внутри. А сгорят. Нормально. Ой, бро. Дай. Не, ну вот это прикольно было. Да, красота. И тут еще подработал. Да, стоит чисто. Чисто запилить крепочка в лесу. Что за кринж? А что он там делал? Я не знаю, что. Я не знаю, что он там делал. Он просто на чили на расслабоне, походу, чувак. Чисто приуныл типчик. Да, да. Сейчас лаги, это у тебя и у меня, да? Или такого? Не-не-не, у меня сейчас норм. Сейчас норм. Вообще максимально странно. Блин, почему нету артефактов, которые улучшали бы тоже еще урон с магии? Типа Кай, там, короче, процентов какая-нибудь. Дискорд во второй доте, он переработан. Он не только магический урон, он, короче, и чистый тоже. По-моему, входящий увеличивает. То есть ты дискорд вешаешь, и чистый урон тоже увеличивается по цели. Это ж вообще имбово. Лагуна Блейд под лапками. Ну Лагуна Блейд под лапками, там 1800 выходит, мы с Антоха писали. Или 1500, я не помню точно. Вот это жесткие тоже видос были. Ребятки, не забывайте посмотреть видосы эти, рубрики «А что если?». Там реально очень-очень жестко. Особенно вот это «Разряд». А что если разряд? Лина. Там потом... Под лапами, в пабе, да. Короче, начали это. Тоже рубрики. Начали играть, да? Да. Ну так это рабочая тема, почему бы и нет. Реально жесткая. Он просто... Дзык, и все, и ты спишь. Так, тебе надо Октарин, давай собирать на Октарин. Да я могу атосчик разобрать. Давай. А на мид кто-то же выйдет. Я лучше пойду, коктейли соберу. Так. Запретные лайфхаки. Так, снайпер. Выйдешь на Evision? Да. Лапы накидаешь, погнали. Накину. Я вот этого подзапилю. Жесть. Ну его выхилил он. Опа. Так, на снайпере этот пульт. Хорошо. На снайпере далеко не ушел. Да, они оба далеко не убежали. Просто тупо на месте там запилились. Я даже ульту еще не юзал. Все, наиграли. Ну если честно, это такой бред, я не знаю. Вот просто это видос, который, да, вот
прям вот максимально тяжело писать из-за того, что очень много ливов. И так получается сколько? Ну, контента сейчас где-то примерно на час этим запиливанием. Чисто заставляем. И даже при том, что я стараюсь, ну, не убивать их даже, потому что, ну, быстрее начну с игры выходить. Это очень-очень жестко, на самом деле. Очень жесткая комбинация. И было бы круто, конечно, в более серьезной катке это сделать, но, видимо, не судьба. Не судьба, а, видимо, вот такие нарезочки сделаю вам. Тоже интересно будет посмотреть под чай, под кофе. Под чай, под кофе, почему нет? Почилить как. Избиваем раков, хен, неинтересно. Задумка очень крутая, и она работает. То есть она не просто там на словах работает, а она реально работает. Кускара вообще за милую душу закрывает. Так, есть отсюда. Два. Да уж. Ну давай центральный коридор долбить им. Если по КД кидаешь, там 2,5 секунды, 3 лапы висят. Ну я по КД кидаю. Накидывай. Ждем. Вот, вот, видишь, да, там? Вот. Да, 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 да. Оп. Три. Так, надо к нему подойти. Вай, жесть. Видел, почти запилил. Хорошо. Не. Все, лопнули. Лопнули просто. Это просто жестко. Next видос с Фениксом будет более комбинистый. Более комбинированный будет этот видос. В плане того, что эта комбинация будет более ужесточена. Выразимся так. И прям... Посмотрим результат, какой будет. Лапа есть? Есть. 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 Смотри, бедный некр. Как же его тушит. Господи, жесть. Его некр. Просто на фул, при том, что он еще даже отхиливался. То есть, ну, понимаешь? Вот это можно. Это этот тут и так. Бедолага. Просто бедолага. Эх, не успел я докрутиться. Вешаю, короче, чтобы он не добежал. Он там сейчас под колодцем бегать будет, не переживай. Да, он реально умрет сейчас. Бедолага. В целом, попробуйте эту тему с друзьями, и я думаю, вам вообще в целом понравится этот результат данной стратегии. Ну вот, типа вот... Вот такой вот результат. Типа такой результат. И... Напишите комментарии по поводу этой темы. Реально. Годно или нет? Реально, годно или нет? Ну, а я, в принципе, на этом, наверное, закончу запись этого видео. Это у нас первая часть. Вторая часть у нас будет более комбинированная. Я не буду палить стратегию, но там будет еще жестче. Вот эта страта, которую мы сейчас сделаем, я ее еще жестче попытаюсь раскрыть. И сделаем игры намного интереснее. Не вот эту рваную, да, какую-то игру постоянно с ливерами. А что-то попробуем прям... Вау, вот такое вот. Ну, а на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал. Тебе спасибо, Абдушка, то, что помог подзаписать этот видос. Ладно. Ладно. Ну и в принципе на этом все, друзья. С вами был Ксаназис. До скорого.